Кто, не ходи здесь. Не ходи пока. За меня не ходи. За меня не ходи. В результате данного ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Лада Гранта», среди которых 9-летний ребенок, были госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.